Продолжаем. Сотрудники поисковой и аварийно-спасательной службы Мирминского авиапредприятия готовятся к весенне-летнему периоду. Им предстоит перепроверить технику, завязать узлы на спасательном тросе и сдать нормативы, надеть боевку. Здоровья, готов. В случае ЧП спасателям необходимо быть на месте в течение 3 минут. Поэтому за нормативами, в том числе как быстро оденутся спасатели, здесь следят строго. Подробнее о буднях спасателей расскажем в следующих выпусках «Панорамы».